Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 2 ноября. План эвакуации разработан для всех областей, но это экстренный шаг, который мы будем применять в последнюю очередь, заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Украинское правительство призывает к эвакуации только жителей тех регионов, которые находятся в непосредственной близости к линии фронта. Об эвакуации из отдельных громад или регионов, о которой были новости. Сейчас мы призываем людей выезжать только из громад, которые расположены в непосредственной близости к линии боевых действий. Действительно, планы эвакуации разработаны для каждого региона, но это экстренный шаг, который мы будем применять в последнюю очередь, отметил Шмигаль на заседании правительства. По словам премьер-министра, сценарий с эвакуацией целых регионов тоже возможен, но правительство сделает все, чтобы его не допустить. Вот такая, друзья, информация. Я на связи. Всем хорошего вечера. Не забывайте подписываться. До встречи. Пока.